Я ваши действия снимаю, уважаемый. Да с кем? Я же сказал. Девушка открыла окно. Я сказал, девушка, мы хотим подышать воздухом. Она говорит, не открывайте окно, закрыл наш стол. В чем проблема? Какое дело? А ты еще там работаешь? Да, я там работаю. С твоим весом ты бегаешь, ты сыну, блядь, зажимаешься, 100 метров бегаешь, чумашка, да? Да, дальше что? Поехали, с тобой поехали. Поехали, с тобой поехали. Зачем меня трогаешь вообще? Зачем меня трогаешь? Знаешь, изначально было наш просто уходить. Просто выходим сейчас. Изначально было просто уходить. Сейчас выйдем, мы сразу не там. Слушай, человек плохо. Изначально было просто уходить. Я очень сочувствую вам, что на улице, когда происходит преступность, вы находитесь здесь. Там люди кавказской национальности, террористической направленности находятся здесь, а вы решаете вопросы с русскими, с Российской Федерацией. Не подходите ко мне, не надо. Мне вас нечего снимать. Я вон вашего друга буду снимать. Сейчас вы что бывает, собираетесь рисовать? Вы, может быть, вас по 315 статье привлечь? Ответственность за оскорбление. А я вот думаю, он супругу не дает, а? Как бы это как бы хулиганить, это вам. Будьте добры, в отдел поедем, что в отдел вы приедете. Зачем я руками в круг? Все, 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 все,